Прямо сейчас я нахожусь на улице Клубничная. Улица, которая находится всего в 15 минутах от моря. Но что удивительно, как отсюда добраться до моря? Только что я пробралась в один очень интересный двор, откуда должен быть проход к железнодорожным путям, которого тут нет. Примерно вот так Сочи начинается дорога к морю. Пойдемте. Чтобы в России куда-то попасть, нужно обязательно преодолеть самые невероятные препятствия. Вот, например, дорога к морю ведет через ЖД-пути. Притом, куда она приведет меня дальше, я не имею ни малейшего представления. Мне сказали, я отсюда могу попасть в море. Нет, по железной дороге мы не смотрели. То есть, никак. Ну, вы можете попробовать, но я не знаю. Все подошло, потом дальше. И туда, налево, и... Не вот тут, вот сюда. Вот эти люди, да. Вот тропинка, дырка со мной. Там тропинка, вы не ошибитесь, там одна тропинка. Хорошо. Хорошо, спасибо. Тут мостик вот так идет. Тут его, там спуск, там закрыто. Вот тут направо, и там уже море. Хорошо, спасибо. Я иду правильным путем. Да? Нет, да, Женя. Спасибо большое. Еще выше подняться, потом направо, вот такой зигзаг будет. Так, туда, короче, я пошла. В общем, надо спрашивать про Октябрьский санаторий. От него вниз, и влево. Там справа, влево. Хорошо. Немножко там пройдете и увидите переход туда, вот к речке. Хорошо, спасибо большое. Идет этот приятный дождь, дует этот теплый воздух. Рядом это приятно.